Мы не забыли Великую Отечественную войну. Под таким названием в Доме дружбы состоялось праздничное мероприятие, посвященное 9 мая Дню Победы. В нем приняли участие молодые люди из разных этносов. На вечере звучали песни военных лет, а собравшимся показали театрализованные постановки, выполненные в необычном образе. Концерт своим выступлением украсили танцоры школы танца «Арабеск» и вокальной студии «Камелия». Наша задача этого мероприятия была посвящена тому, чтобы молодежь помнила и знала своих дедов и прадедов, чтобы они знали, какой ценой заработано это счастье жить под мирным небом. Это великий праздник, но однако это прежде всего память о борьбе наших предков, о том, как они защищали нашу родину. Нет ни одной казахской семьи, где бы не была горечь утраты близких, потерь.